Здравствуйте, меня зовут Безигитова Эльвера, мне 46 лет. 25 лет я проработала швеей на производстве. 2 года назад мы делали ремонт у сестры на квартире, где я впервые познакомилась с гипсом и шпаклевкой. После этого я заболела барельефом. А полгода назад мы решили сделать дома ремонт, совместив барельеф, покраску, обои, отделочные детали. Но результат был плачевный. Все это выглядело безвкусно и некрасиво. Так ремонт еще до сих пор стоит. А на Ютубе я наткнулась на рекламу «Скидольская» и решила попробовать, что же это такое. Я совершенно не жалею ни о потраченных деньгах, ни о потраченном времени. Здесь я научилась делать красивые и вкусные картинки, делать визуализацию интерьера. Мне нравятся презентационные работы учеников в Скайпе. Выглядят очень классно. Мне сейчас очень до них далеко, но я знаю и верю, что я все это осилю. Дорогу осилит идущий. И я рекомендую всем, вообще всем людям, которые хотели бы, чтобы вокруг было красиво у них, чтобы хотя бы базовые знания они имели. Ну, до свидания. Спасибо за внимание.